Конкур – это самый молодой и, пожалуй, самый зрелищный вид конного спорта. Ему едва исполнилось 100 лет, но с первых дней своего возникновения он широко популярен среди спортсменов и зрителей. Тому подтверждение – открытое районное первенство по конкуру «Золотая подкова» на Кубок главы Славянского района, на втором этапе которого побывали и наши корреспонденты. Соревнования по конкуру на территории конно-спортивной школы «Изумруд» проходят уже пятый год подряд и с каждым годом набирают все большую популярность. И это неудивительно, ведь именно в школе «Изумруд» ипподром является лучшим в крае. В школе у нас сейчас насчитывается 14 голов. Это наши лошади муниципальные. Занимаются маленьких детей у нас сейчас 20 человек и уже старшая группа 12 человек. Также у нас с 1 сентября учебного года у нас еще добавляются дети-инвалиды, это с 15-й школы, коррекционной школы. Их порядка 20 человек заводится. И в общей сложности у нас с 1 сентября должно получиться около 50 человек в школе. На этот раз в соревнованиях приняли участие спортсмены по четырем категориям – от самых юных всадников до опытных спортсменов. Ребята очень серьезно готовились к соревнованиям. В любую погоду выходили на ежедневные тренировки, упорно занимались и прикладывали все свои силы для того, чтобы на турнире выступить достойно. Занимаюсь конным спортом я 7 лет уже. Вот. Готовилась к этим соревнованиям, ну, как обычно готовятся, все тренируемся, занимаемся. Я люблю лошадей очень. Вот я как бы с рождения еще как бы постоянно занималась, каталась там. Старт был ярким и красочным. 58 спортивных пар из 6 районов Краснодарского края сразились за звание победителя, в том числе и воспитанники конно-спортивной школы «Изумруд». По результатам состязаний золото среди любителей взяла представительница ДЮСШ «Изумруд» Елизавета Фадеева на лошади «Ханга». В других категориях бронзу завоевали славянцы Ксения Шегеря на «Граните» и Владимир Караченко на «Герцогине». Надежда Калинина, Тина Копачевская, Георгий Калинин. Программа «События».